Всем привет, дорогие подписчики и гости моего канала. С вами снова Михакер. И я продолжаю проходить игру Outlast. О, блин, у меня в комнате сейчас просто капец как темно. Так, не то я нажал. Доберитесь до нижнего этажа мужского отделения. Так. Че, я тут камеру могу включить? Да, после отпуска своего я еще не играл в Outlast. И сейчас у меня в комнате темно. Просто посмотрите на это. Тараканы ползают. Капец. И, в общем-то, мне капец как страшно, наверное, будет. Кто там? Кто там, черт возьми? Администратор? Что-то мне не по себе. Охренеть! За мной пришли! Валить, 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 валить! Не сюда! Не сюда, это уж точно! А вот сюда! А, скорее, скорее, скорее! Охренеть! Охренеть! Это был доктор? Я даже не успел заметить, кто это был. Фух. Че, у меня один выход сюда? Блин, это плохо. Где я вообще нахожусь? Оп, кто-то там есть. Вот это нехорошо. Это очень нехорошо. Я бы даже сказал, это плохо. Нахер, бежим! А тут некуда бежать. Иди нахер! Твою мать! Скорее, скорее, скорее! Бежать, 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 бежать! Закрывай! Я вернулся! Тут я, наверное, могу спрятаться, да? Что-то тут недостаточно темно. Сука, сука, вот он. Hey, nobody likes a quitter. Кого никто не любит? Вот это жесть. Так. Из той вентиляции мне не получилось выбраться. Вот там приоткрытая дверь. Так, стоит побегать, наверное. Застучиться. То где стучиться? Ничего нет. Тут тоже. И здесь ничего нет. Капец. Мне придется идти туда. Вот.
там кто-то ходит. Там кто-то ходит, мать его. Вообще музыка нехорошая. Ой-ой-ой, он меня фалил. Запрыгивай! Черт, нет, я тут не запрыгнул. А! Ты, мать, куда ж бежать-то? Тут я был. Нахер, иди от меня! Че, сюда бежать? Тут что-то свет горит. Я тут, походу, тоже был. Что это было? И чё, куда мне прятаться-то? О, вон он ходит. Сука, 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 сука. Я надеюсь, он не заметит меня. Дверь хочет выломать. Вот кровать заглядывает. Охренеть, он под кроватью ищет. Черт, ну и куда же мне бежать-то? Куда мне идти, точнее? Почему-то я не смог через ту дверь перепрыгнуть. Вот, нехорошо. Вали отсюда. В эту дверь попробовать. Ой-ой-ой-ой. Твою ж за ногу. А, не открывается! Скорее, скорее, скорее! Валим, валим, валим отсюда. Опять закрыто. Да? Реально меня не замечает. И куда мне бежать-то, твою мать? Доберись до нижнего этажа. О, он решил проверить таких, да? Нет? Вали, вали нахрен отсюда. Господи, что за крики? Может, мне с этим чуваком что-то сделать надо? Вали, вали, вали отсюда. Ну и куда же мне бежать, мать вашу? С этим я ничего пацанам не сделаю. С этими тоже вряд ли. Тут у нас чё? Чё-то свет на того трупа падает. Не знаю, поможет ли мне это человек. О, хрена ты кричишь, блин. Заткнись, заткнись, твою мать. Ох ты, блин.
валим, 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 валим. Вот сюда. Нет! Скорее, 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 скорее. Через трупы не получится. А, это не трупы. Это все люди. Валим, валим, валим нахрен. Куда же мне бежать-то? Ну вот сюда единственный выход. А, тут закрытый шкаф, твою мать. Надо этого хера выманить куда-то. Тут дверь закрыть. Закрывай! Сука. Сука. Ты же не знаешь, где я, да? Просто иди нахер, чувак. Так, он далеко. Надо воспользоваться этим шансом. Скорее, 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 скорее. Да, вот оно. Это еще не все. Все, 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 давай, 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 давай. Есть. Все. Что ты, ублюдок, за мной полезет, что ли? Фу, нет, он не должен. Фу-ху-ху. Это было напряжно. Тут у нас что? Да не может быть. Нет, это какой-то другой сортир. Так, ладно, вряд ли тут что-то есть полезное. Опа. Священник. Он должен мне помочь. Бегает. Пустая комната, никого нету. Ладно. Что-то мне подсказывает, что мне сюда ключ. Ящиков нету. Ух ты, блин! Кто-то есть. Так, что это у нас тут? Ключ запуска лифта я нашел. Фу, заметки? Нет, документы. Прошение о переводе. От Дэвида Анапурна. Прошение о переводе всем, кого это касается. Это третье прошение о переводе, которое я направляю после того, как не получил ответа на протяжении 2 месяцев. Я больше не хочу работать в Mount Massive. Я был санитаром всю свою жизнь, но никогда не сталкивался с подобным уровнем засекреченности и пренебрежения. У меня даже есть подозрение на серьезное злоупотребление в отношении некоторых пациентов. Я лично знаю 2, которых переместили в подвальное отделение. С тех пор их больше никто не видел. Если я не получу ответа и на это письмо, то буду вынужден сложить себе полномочия и, возможно, выйти на связь с представителем прессы. Спасибо, что уделили мне внимание. Дэвид Анапурна. Так, кажется, я знаю, что это за Дэвид Анапурна. Так, ну и что? Тот хрен идет сюда или нет? Давайте будем просто выбираться. Thank you.
сами. О-о-о, он идет сюда. Сука. Валим, 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 валим. Валим отсюда нахер. Я опять здесь? Не может этого быть. Твою мать, не может этого быть. Где он? Где он? Сука, да где ж он? Там тот чувак на койке гремит, я так понял. Ладно, мне надо возвращаться. Отсюда я вышел, да, вроде? Где он ходит, мать его? Мне надо идти к лифту. Что-то мне подсказывает, что дверь здесь. Да, вот он, лифт. Ништяк, ништяк, ништяк. Нахер, убираемся отсюда. Ох, сука, он здесь. Нахер, иди. Сука, сука, как его убить-то? Ох, охренеть. Мне бы еще его ножницы. И что теперь? Жесть. Так, ладно, новая заметочка. Фух. Как выжить сок из трагера? Сжать. Отлично. Отлично. Отличный способ сжать сок. Как мне его теперь оттуда достать? Алло. Я хочу наверх. Или вниз. Ну куда-то, в общем, я хочу. Наверное, вот сюда. Опаньки. Так, ладно. Я могу выбраться здесь. Тут у нас тут уже ходит. Фу, это было напряженно. Я не добрался до низа, как я хотел. Кто-то бегает. Ага, а вот и путь вниз. Чего мне там нужно? До нижнего этажа мужского отделения. Так, что-то там есть. Батареечка, конечно же. Так, это мне не нравится. Так, тут есть дверь.
Я что, опять в самый низ спустился? Идет сохранение. Это нехорошо. Это плохой знак. А вот такая музыка, это еще хуже знак. Куда мне, черт возьми? О! Святой Отец. Он мне может что-нибудь подсказать. Слава Богу, ты выжил. Я боялся, эти мирские маньяки испотрошат тебя, как остальных. Встретимся снаружи, мы уже закрылись. Найдите отца Мартина снаружи. Окей. Так. Ладно, мне нужно походить по этим местам. Кто-то там ходит. По-моему. Что-то горит. О, руки. Камера лежит. Тоже. С этой камерой я ничего не могу сделать. Вроде бы нет. Ладно, пойдем дальше. Так, тут только одна дверь. Батарейка садится, черт возьми. Как раз душевая. Мертвый коп. Ну-ка спрячемся сразу в шкаф, да? Так. Ладно. Пока меня никто не преследует. Кажется, скоро начнут. Так, тут документ какой-то есть. Фух, опять они тоже. Обвинительный бред. Та-та-та, опять этот Аннапурна. Мистер Уолш, будьте добры немедленно освободить от должности санитара Трата-та Дэвида Аннапурну и приступить к его лечению в качестве пациента Маунт Мэйси с целью избавления от обвинительного бреда. Терапию следует продолжать до момента его смерти. Спасибо, приятель. Рик Трагер. Опять этот Трагер. Что-то нехорошее все это. Мне, по крайней мере, не нравится. Что-то тут все темное. Опять этот Трагер, да? Помните, в самом начале заметку читали про него. Так. А тут уже страшно. Опять кто-то бегает. А, там открытое окошко. А тут ничего. Господи. Слишком светло. Давайте тут еще и кровавый след. Ох ты, блин! Вот это жесть. Капец, какая жара. Это кто?
Надо было спалить это место дотла. Мерков так много у нас отняли. Превратили нас в чудовищ, ведь никому не было дела до горстки лунатиков. Так пусть полыхает. Включите систему пожаротушения и погасите огонь. Так, опять какая-то заметка. Догори оно огнем. Я здесь не единственная жертва. Никоим образом. Видел человека, который предпочел сгореть заживо. Попробуйте представить себе худшую смерть, лишь бы не оставаться в этом месте. Да уж. Так, туда я не смогу пробраться, да, парень? Спасибо тебе, конечно. За доброе дело. Блин, вот бы еще метнуть в это окно чем-нибудь. Какая-нибудь горящая тварища, наверное, вскочит. Давай перепрыгивай. Парень! Ты серьезно? Нам нужно перепрыгнуть это. Почему нет? Почему нет? Серьезно, прыгай. Это же самый очевидный, блин, вариант. Прыгай, сука. Уже, походу, теряю сознание от этого дыма. Что-то надо делать, ребятушки. Прыгай же, ну, давай. Или проползти. Сука. Как все тупо. Так. Это охранник. Ни хрена не видать из-за дыма. Так, я думал в эту коморку подойти. А, видимо, не получится. Ладно. Надо будет сходить сюда тогда. Так. У нас что? Тут ничего. Значит, надо туда. Там. А вот тут уже нехорошо. Пожаротушение. Так, ванная, кафетерия, прачечная. Вода в системе отсутствует. Откройте две заслонки. Черт. И все так просто, да? Ну, с заслонками сейчас начнется интересные дела. Блин. Давайте вернемся. Что у нас тут документик? Расстройство, вызванное стрессом от чего-то там. Что-то увидел? Не молчи. Нет ничего постыдного в факте расстройства, вызванного стрессом от соседства с душевнобольными. Обратитесь к старшим сотрудникам, чтобы получить помощь консультанта по карьере корпорации Мерков. Да уж. Сгоревший человек. У тебя есть что-нибудь? Нет. Со звуком. Камера у меня угорает просто. Так, давайте перезарядим батарейку. Осталось у меня их мало, 3 штуки всего.
это плохо. Учитывая, что мы сейчас будем ходить сплошь по темным помещениям. Так, ладно, тут вроде ничего интересного. Черт, чувак висит, это уже плохо. О-о, жирный ублюдок. Конечно, куда же без него? У меня тут только один шкафчик, черт возьми. Нахер. Там прачечная. Пошел нахер, ублюдок толстый. Двигайся вперед. Хера там. Блин, мне сейчас надо будет рвануть резко как-нибудь, да? Куда он пойдет? Куда он пойдет? Все, он пошел туда. А что, тут нету ничего? Ничего нет. Че, звук-то такой страшный? Так, ладно, пошел обход. Есть тут что-нибудь из заслонок, а? Где они вообще могут находиться? Есть шкафчик. Вот этот чувак идет сюда. Где-то рядом. Слышу, как он дышит. Цепами шумит. Здесь ушел. Так, и что, в этом офисе ни хрена нету, я так понял, да? На кой он тут тогда вообще?
Охуеть! Вот это называется, не спалился вообще ни разу. Валим, 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 валим. Скорее, 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 скорее. Стоит на входе. Охренеть, охренеть. Куда он делся? Куда он делся, мать его? Это уже совсем не смешно. Ладно, чем мы его здесь подождем? Где он там ходит-то, черт возьми? Вот это нехорошо. Это очень нехорошо. Вон он. Вали, вали, а я за тобой. Он свалил или нет? Я не понял. Его просто резко не слышно стало. Свалил. Только непонятно куда. Давай, давай, давай. Так. Сюда я прокрался. Вот он. Черт возьми, мимо иди. Ну, давай, чувак, мимо. Все, я пошел. Заслонки-то, ё-моё. Нету их тут нихера. Вот это странно. Так, стоп. О-о-о. Вот она, кажется. Ну это одна. А где вторая? Чё-то он ломает дверь. Просто вали отсюда, чувак. Тебе тут нечего делать. Пойдет сюда. Где-то должна быть вторая заслонка.
только не знаю где. Давай, давай, быстрее мимо проходи, чувак. Ё-моё. Можно, конечно, на изичах от него побегать. Но чё-то я не знаю. Он что-то заиграл, страшная музыка. Что-то там он ломает. Ох, ладно, пойдем. Плохая была идея. Очень плохая. Просто уходи отсюда, чувак. Да, вот так вали. Куда он сейчас пошел, интересно? Сука. Бежать, 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 бежать. Так, а вот там-то двери, я что-то не вижу. Где-то еще какой-то проход должен быть. О-о-о. Прыгают через столы, через эти. Охренеть. Куда он там упрыгал? Куда ты упрыгал. Так, и что с этим офисом-то, ё-моё? Не идти туда, к фонарю? Это шумит. А, там проход есть. Тут он меня не достанет. Еще какой-то хер сидит. Не знаю, злой он или нет. Допустим, что нет. Я просто тихонечко мимо так ап, ап. Вот она. Заветная штучка-дрючка. No complaining now. We have to wash every little part. Да, я верю, я верю. Вот и сколько влезет. Тихо-тихо, не-не-не, рано-рано.
Но этого козла вроде не видать. Ушел, вообще ушел. Нет, где-то ходит. Где-то ходит скотина. Я надеюсь, не за спиной у меня. Ух-ух-ух-ух-ух. Вот это страшно. Все, все, нахер иди, да. Вот в том направлении. Сейчас он тень мою увидит, блин. Нет, не в поле. Сейчас скорее, 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 скорее. Рвем когти. Так, давай быстрее, быстрее. Все, просто валим отсюда. Так, ладно. По крайней мере, система пожаротушения сработала как надо. И куда нам теперь? Туда, что ли? Звуки до сих пор не хорошие. Так, тут кафетерий. Через него мне не выбраться, походу. Блин! Ты кто такой? О! Мать, вот это было по-настоящему пугающе. Кто-то будет еще? Надеюсь, что нет. Какие у меня задачи? Найдите отца Мартина снаружи. Рагу из пальцев. Я это уже говорил, но к чертям это место. У меня еще осталось несколько пальцев. Да, действительно. Так, тут у нас что есть? Наверняка должна быть батареечка, нет? Что? Запрыгнуть можно? Батарейки нет. Можно, если что, прятаться. Так, по этой штуке я, помнится, как-то выезжал вверх. Кто долбится? Так, ладно. Я что, вернулся назад? Блин. Выход. Вот это прикол. Так, еще документик возьмем. Опа. Блин, опять не то. Документы. Программа МК Ультра.
для подшивки. Тема «Синяя птица. Специальное исследование». Общее описание проблемы. В последние несколько месяцев «Синяя птица» пытается выяснить с помощью исследований, изучения и практики, может ли ВС, внушение во сне и гипноз, принести пользу применительно к специфике военных действий, стоящих перед агентством задач. И если да, то какую именно? Возможен ли постгипнотический контроль над действиями человека, вопреки его собственным нравственным ценностям? Можно ли гарантировать полную потерю памяти при любых обстоятельствах? Возможно ли трансформация человеческой личности и как долго может продлиться подобный эффект? На каких принципах строится работа сонной машины? Ладно. Так. Ну что ж, ребятки. На этом мы, наверное, серию закончим сегодняшнюю. Спасибо, что посмотрели ее. Ставьте ваши лайки, оставляйте комментарии, подписывайтесь на канал Михакера и ждите новых серий. А с вами был собственный Михакер. Всем пока!